Что? Что? Да. Сегодня 2 января. И похмельные купинцы обнаружили вот такую светящуюся вывеску на ТРК АК на Октябрьской. Давайте заглянем вовнутрь. Буквально только что крутили вывеску. Заглянем. Кинотеатр обещали нам еще год назад. Ну а там какие-то административные неурядицы были. И вот сейчас он наконец-то открылся. Билеты стоят на обычные сеансы от 250 до 400. Там VIP-зал подороже. Ну, классический кинотеатр. 7 залов. Также в кинотеатре присутствуют пункты питания, большая площадка для приема пищи, гардероб. Судьба подвига под вопросом. Добро пожаловать, друзья. Теперь у Колпина есть настоящий современный кинотеатр.